Всем привет, с вами снова я, Little Bad Girl. Сегодня мы будем делать очень красивую тетрадку. Давайте начнем. Я сделала много разных распечаток. И там есть очень красивые распечатки. Также есть и не такие уж. Эти распечатки я очень много раз хотела использовать, но не думала. Вот, я взяла вот такие распечаточку, решила взять. Вот. Видите, я взяла еще тетрадку. Эту тетрадку мы сейчас обклеим белым листом бумаги. Я взяла клей ПВА. И сейчас его намажу на тетрадь. Может быть любым цветом, рисунком, без разницы, просто тетрадку. Вот, беру листочек и так делаем. Если у вас тетрадка с рисунком и просвечивает маленечко, то не бойтесь, потом рисунок все закроет. Можно открыть тетрадку и загнуть все углы в тетрадку. Но я не хочу этого делать, из-за этого я просто отрежу. Таким образом. Я делаю, отрезаю ножницами. Можно любыми другими предметами, например, зверскими ножницами. Ну вот, у меня есть канцелярские ножницы. И канцелярский ножик, но я решила все-таки лучше. Подумала и решила то, что лучше сделаю. Так как мне легче. Ну, как бы мне легче ножницами, чем каким-либо другим. Тут нет. Вот. Открываю страницу и я загибаю вот так. Так обложку. И приклеиваю потом. Все ненужное отрежу. Сейчас. Вот так. И приклеиваю. У меня вот так получилось. Такой тут не очень красивый край получился. Не понравился. Я бы отрезала так. Не очень ровно. Мне кажется. Ну ладно, так. Видите, все обрубки мне нравятся, то что это криво. Кто не нашел нигде вот такие распечатки, да? Можно взять любые распечатки, которые только можно в телефоне найти, любую просто вещь, да, и вот рисунок любой, который вы хотели взять бы, который вам очень понравился, и вот положить листочек на телефон и перевести вот этот рисунок карандашиком. Ну, как бы уже так один раз сделала, ну и получилось ничего. Я взяла вот так, смерила. Мне не подходит по размеру тетрадки, из-за этого я беру любой карандаш, любую линейку. И вот по тому месту, где у меня тетрадка заканчивается, линию провожу. Таким образом. Вот
потом режу по этой линии. Ромбик. Такой красивый. Так. Вот так. Вот. Так. Ну или можно просто. Так, потом мы вырезаем рисунок по контуру. Сейчас 8 марта. Всех девочек, которые меня смотрят, ну, поздравляю с этим праздником и желаю успехов и финансового благополучия. Мне кажется, то, что все, кто меня смотрит, и все девочки, которые меня не смотрят, очень все девочки красивые. Никого лучше, чем девочки, не найти. Вот, получилось у меня вот так. Вот это я под другую часть приклею. Вот. Так, мордочка уже, то есть улыбка уже сделана. Дальше глазки выставим, они вот такие. Кстати, у меня еще есть вот такой значок Инстаграма. Или это не Инстаграм, я забыла просто. Раньше я думала, что это Инстаграм, сейчас я уже не знаю, Инстаграм это или не Инстаграм. Потому что сейчас другой значок уже Инстаграма. Вот где он всегда был такой значок Инстаграма. Если ты не хочешь вырезать эти лица, то нарисуй сама глазки. Можно было клеить не простой бумагой, а цветной. Я вот простой захотела. Вот, сейчас я все начну клеить. Так. Так. Клею. Если вот у вас клей вытек, ну не вытек, а сильно
вы нажали, и он так прыснул, то не бойтесь, бумага выдержит клей нормально, не бойтесь. Если у вас бумага распечатали сильно, слишком тонкая, то берите клей-карандаш. У меня просто нет клей-карандаша в данный момент, но когда-нибудь потом я его приобрету. Сейчас я пользуюсь ПВА. И, кстати, когда вы будете делать, не надо брать бумагу слишком тонкую, если вы будете, ну, распечатывать. У меня получилась вот такая тетрадочка. Подписывайся на канал, ставь лайк, и подписывайся на канал, если ты еще не подписана. Всем пока-пока!